Временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией вновь открывается в парке «Патриот». Об этом 6 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Мы сегодня открываем первые 220 коек. Есть такая возможность. Дальше каждые следующие 5 дней будем открывать по 400 коек. Всего 1400 коек мы здесь предусмотрели», – сказал Андрей Воробьев.